Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я расскажу об эссенциальном треморе и о новых попытках его лечения. На современном этапе считается, что ультразвук способен уменьшить симптоматику при эссенциальном треморе. Данная методика по своей эффективности приравнивается к медикаментозной терапии эссенциального тремора и к инвазивному лечению. Такому инвазивному лечению, как стереотоксический таламоктомия и глубокая стимуляция головного мозга. Считается, что терапия ультразвуком эссенциального тремора не уступает вышеуказанным методам. Как на самом деле все это выглядит? Пациент лежит на специально оборудованном столе в аппарате по типу МРТ, который оснащен источниками, которые выдают нам ультразвуковые волны. Частота – это 650 кГц. Пациент находится в этом аппарате около 3 часов. Считается, что эта методика безболезненна, неинвазивна, с высокой эффективностью. Надеюсь, что в будущем мы вполне всесторонне будем использовать эту методику. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе последних новостей мира медицины.